Вчерное утро. Минус 2 градуса на улице. Холоднее, между прочим, чем вчера. Вчера минус 1 было. Время 6 часов 25 минут. Растопил печку. Сейчас буду потихоньку собираться, не спеша. И будем... Будем собираться не спеша. Уберем все вещи. Еще заготовлю дрова. Там три чурки хотя бы спилю. Для мужиков, кто если придет из охотников. Вот. Спал, выспался. Знаете, не спеша я сегодня. Ну, обычно я 4 часа уже встаю, печку затапливаю. А сегодня сколько, думаю, выдержу, высплюсь. Но, знаете, 4.20, наверное, было, или сколько там. Здесь мышь, в гости пришел. И давай, хозяинчать. Начал шуршать. Думаю, на меня еще залезет. Мышь такая штука, что если, скажем, на тебя залезет, это не к добру, это доказано. Потому что было дело. Подробности не буду говорить, но это к болезни. После того, как мышь на тебя залез, человек после этого заболевает. Не будем о грустном. Вчера я ужин не стал показывать, снимать, потому что, ну, спокойно там посидел, знаете, вот. Семечки грыз, вот целую пачку почти. Тупо грыз себе. Думал о своем. Также я варил ужин. Сейчас покажу. Вот такой ужин был у меня. Но это я уже показывал. Только это блюдо я приготовил с рисом. Колбаса, лук, рис, соль, томатная паста и растительное масло. Офигенно получалось у меня. Вот сковороду я приготовил, и он, смотрите, сколько осталось. Я с удовольствием съел, потому что очень вкусно. Вот. Сегодня варить не стану. Что ем, что есть, я доем. Собакам тоже хлеб дам. Для них тоже варить не буду. У меня остатки супа, там картошка осталась. Я... водички с мясом похлебал, а этот осталось. Ой. Картошка. Вот. Сейчас закипит чай. Чай попью. Ну и потихоньку так. Все уберу. Мало что я тут оставлю. Чайник, котелок, ложки, тарелка. Это посуду я оставлю, а остальное все уберу. Вот. Для ночлега, конечно же, все для человека здесь будет. Матрас, дрова, печка сама, спички, еда на одну ночь. Примерно так. Хотел, блин, до половины дня, думаю, буду спать, но не могу. Выспался, все. Не лезет уже спать.
Я здесь в этом походе конкретно выспался, потому что каждый день я после 6 ложился и после 4 вставал. Хорошо здесь, спокойно. Что еще добавить? Печка. Он как шумит. Ладно, забираем еще. Так, ну, примерно так. Вот такой бардак пока тут. Давайте на улице выйдем. Глянем, что там. О, чувствуется прохлада сегодня. О, бездельник. Ай да, у меня сорвалась. Немножко разделал я зайца. Все в крови. Я и слышал как-то какой-то звук, шум. А, Тулан. Не, сегодня серьезно, блин. Примерзло все капитально. Холодно на улице. Чувствуется юго-западный ветер. Ой, юго-западный ветер. Может быть потеплеет, но в данный момент прохладно. Ну, иди. Уйди, айда. Вытащила голову, видать. Вот здесь вот замерзло все. Вчерашний трофей Тулана. Разделал все это дело. Диетическое мясо. Будем тушить, закусывать. Вот так. На ночь я воду ставил, потому что у зайца очень много крови выходит. Замочил. Да, сейчас поедем. Ладно, да. Чуть позже отпущу тебя. Для них этого много еще осталось. Перловки. Я, ну, столько было. Наверное, раза 3 или 4 варил. До хрена оставалось тут. Яйцо это старое яйцо. Когда первый раз приезжал, это надо тоже собакам отдать. А где у меня чехол от этого? Как сказать? Нету. От оптического прицела не могу найти. Не знаю, где он. Куда я выкинул это? И освещает тоже избу. Хорошо светит, в принципе. С Алиэкспресса я это покупал. Недорогой, нормально. Ну вот. Тут я немножко, как сказать, попылил. Заготовил вот 3 чурки тут. 4. Свежие они, сухие. Туда из-под навеса спилил. Кроме этого, еще вот здесь такая, как сказать, ну тоже распилил на чурки и здесь оставил. И береза, гнилая береза, которая
зимой я в прошлом году или когда я не находил. Ну, это остатки последняя чурка там. Тоже такая комля на три чурки распилена. Вот. Ну, примерно так. Собаки еще у меня на цепи. Сейчас буду отпускать. Первую ходку сейчас сделаю. Надо вещи перетащить. И, знаете, вот сейчас я хочу. Сейчас охота закончилась. Я повесил там банку. Здесь видно. Сейчас я из пули хочу выстрелить. Из обычной пули постреляю. Вот. Пуля Полева. И еще какой-то пуля Слуг. Слуг. Не знаю, что за пули. Это Полева-то хорошая пуля, а вот Слуг ни разу не стрелял. Ну, 50 метров расстояние сейчас бахну два раза. Сейчас приближу. Сейчас приближу. Примерно, чтобы... Ай, блин. Там из мелкашка у меня. Сверху и низу. Снизу вон тоже видны, как отверстия от пули. Ну, сейчас бахну куда-нибудь, попаду или нет. Из пули не помню, чтобы стрелял. С гладкого. Неудобно. Сел, конечно, но... Там береза еще, блин, возле него. Даже рядом его нету. Не удивлюсь, если выше пошла пуля. Ну да. Как было, так и есть. Или нет? Не помню, блядь. Это было или не было? Не помню я. А, вон она, отверстие-то, ё-моё. Вон. Как и было от 40 сантиметров. Всегда так вот. С первого дня покупка оружия всегда вот так высоко шла пуля. Постоянно. Поверьте, у каждого владельца у нас в селе, у кого оружие «Север», надо вот прицеливаться примерно вот столько вниз. Потом, может быть, какой-то шанс будет. Сейчас еще бахну. Так. Так, не вижу. Может, вам виднее. Тоже выше пошло. А, смотри. Нихуя себе. Это что получается рядом? О, как кучно бьет, но так высоко летит пуля. Вон, смотрите. Вон. Пуля в пулю летит. Я сюда уже прицеливался, вон, ребят. Почти 70 сантиметров выше бьет. Это вообще гиблое дело. Скажем, если ты стреляешь крупного зверя, надо вообще под живот надо прицеливаться. Надо вот сюда прицеливаться. Может, еще ниже. Ну да, под живот. Пиздец. Вот это да. И эту болезнь я не... Уже сколько лет я использую это оружие. Я эту болезнь никак не могу... вылечить не смогу я своими силами, потому что возможно, я уже мушку подкрутил, там у меня открытый прицел на 50 метров сейчас пристреляно оружие. Это да, видели, как стреляет мое оружие. И знаете, вот если посмотреть,
если посмотреть, может, вот здесь уже как бы краска, ну, отошла черная краска, и небольшие блики идут. Может, это обман зрения потом получается. Ну, мушка тоже, вон, надо вот покрасить черным, тоже вот блики дают. Ну, с 5-10 метров можно задеть, скажем, лося или еще какого зверя, но точно в яблоко точно не попадешь. Но точно в яблочко точно не попасть, потому что вот сколько, ну, я, знаете, я, наверное, пуль из этого уже, пуль 5-10, не меньше, я выстрелил, штук 50, наверное, уже стрелял, так и мишени. Но ни разу не попадал. А, один раз с одноклассником сходили на пристрелку, он такой же север брал, только у него нарезной под карабин был. Не тайга, а еще какой-то калибр поменьше. Вот тогда со 100 метров, наверное, я два раза в банку попал. Я сам был удивлен, я не мог нарадоваться. Все, больше ни разу. Вот это честная стрельба была, вот без обмана, вот как летит пуля. И вот у нас в селе владельцев штук 4 или 5, наверное, и у всех одна и та же проблема. Говорит, выше пуля летит, это 100%. Значит, ты, когда вот видишь зверя вот с такого расстояния, только под живот, ну, под лопатку. Живот не надо, а под лопатку как-то вот и попасть, возможно, может. Но примерно пуля летит выше на 40 сантиметров. Это 100%. Это уже неоспоримо. И думаю... Эта пуля, которую вот сейчас я стрелял, вроде нормально, мне понравилась. Куча неплохая. И надо еще дополнительно вот такие блики, чтобы не было, надо покрасить мушки в черный цвет. Я не знаю, какой краской, чтобы вот мне уходила краска. Я красил 3 в одном, но это ненадолго. Просто у оружия сама краска как уйдет, все, ничего там... не выдерживает, потом все уходит, там мажешь, там бывает на охоту выходишь и перед тем, знаешь, где-то зверь или птица, там сжигаю, как сказать, спичку, потом как копчу, чтоб черный был на дыму, вот так, потом чернее, но пока не трогаешь, он черный. А здесь от меня много чего зависит от меня самого. Здесь блики идут. В прицеле блики. Потому что двоится как-то вот все равно не то. Что-то надо исправлять. А так, пуля отличная, понравилась. Запах. Обалденный порох. Ну все, пострелял, хватит. Больше пули нет, я бы не остановился, еще бы десяток. Одна пуля 80 рублей. Удовольствие. 80 рублей улетел. Вот такие дела. Но я могу и стрелять 10-20 раз. Но из гладкого так особо много раз увлекаться не надо. Потому что постепенно в этом ствол портится от пули. Дробовая кучность теряется. Ну и надо тоже как бы знать примерно, как пуля летит. Все, короче, шабаш. От избы метров 200, наверное, вот первый капкан. И я его насторожил. Вчерашняя шкурка у зайца. Ну, чтобы не выкидывать сразу, насторожил. Остальные пока нет. Это очень даже может быть все растает еще. Потепление будет. Если все нормально, так может приду сюда в ноябре или в начале декабря. Одну ходку я сделал к речке, вещи перетащил и заодно еще на реке там валежники, блин, поперек реки там, которые недалеко от лодки лежали, я спилил. Потел, блин, пока там трудился,
А не узлал, он без топора пошел. Пилил одну березу, потом вторую березу спилил. Пилу прижало, пришлось еще возвращаться за топором. Короче, конкретно вспотел. А хотя на улице прохладно сейчас. Ну, посижу сейчас в избе, передохну. И уже там уже, в принципе, осталось-то вещей. Практически все уже я убрал. Собираюсь, одним словом. Вот так. Тулан куда-то ушел опять. Хрен его знает, куда он ушел. Мы уже здесь бродим и не видно где он. Ну, я без ружья, без ничего там. Говорил. 200, наверное. От силы. Вот, он на реке остался. Она вниз по течению, может, ушел. Не знаю. Там кругом эти выдры бегают, блин. Кругом следы свежие. Ну вот, по этим новым свежим следам и он шастает. Чего он только не видит, чего он только не делает. Вот ему бы видеокамеру и пусть пишет все время. Знаете, сколько всего интересного, надеюсь, мы увидим. Через что он проходит, что он видит, кого гоняет. Так. А какие кадры бы получились, когда он за оленями бежал. Несколько раз уже в этом году. Ладно. Сейчас. Сейчас уже чаек попью и соберу все. Сваливаем. Время, наверное, где-то 9 час. 9 часов. Да, его тут еще нету. Его пока нету. Ну, это снимаю на Panasonic. 10 минут съемки осталось. Сейчас уже все оставшееся время буду снимать на Sony. Ну, снежок снова. Между прочим, не хочет теплеть. Потепление-то сейчас в данный момент прохладно, минусовая температура еще. Ружье уже чехле у меня. Вот, дровишки есть, все есть. Что еще? Сейчас с маслом, наверное, чаек попью. Хлеб с маслом. И примерно так. Еще посуду надо помыть. Так, действительно время. Пол десятого уже, ё-моё. Я болтаю. Так, ну все, ребят. Воду вылил, нигде ничего не оставил. Сейчас зима на улице гудит. 0 градусов, 11 час. Все убрал. Ведро, чайник, кастрюля все оставил. Вот. Остальные вещи свои все убрал. Вот так. И снова расстаемся на некоторое время. Не знаю, когда будет очередной поход сюда. Не могу сказать. А пока только хочу сказать большое спасибо. Изба обогрела нас. Ночевали не одну ночь, наверное, дней 8 или 10 мы здесь были. Ну, от 8 до 10. Не помню точное количество дней. Вот так. Мангал убрал, это уже, считай, летний вариант. А зимой только печку будем топить. Кто из новичков сюда придет ночевать? Сразу хочу сказать, печка вообще ужасная. Не знаю, как... Ну, надо много топить, а как нагреется, уже все нормально. Сейчас пойдем к речке, у меня только здесь из вещей ружье и одно ведро осталось. И все уже я перетащил. Погода немножко, снежок такой идет. Вообще отличная погода. Вон, на озере лед встал, все. Капитально уже там стоит.
Ну, здесь немножко попилил, это уже в будущем году все уберем. Все равно здесь будут дрова заготавливать, колоть, там все это дело, все еще. Зимняя охота еще будет, мы тоже в ноябре или в декабре, может, приедем. Ну, посмотрим. Ладно, изба, до новых встреч, а мы поедем домой.